Сегодня в Саранске досрочно открыли низководный мост через реку Инсар. Случилось это благодаря тому, что уровень воды в Инсаре нормализировался. Уже вчера рабочие начали устанавливать перила и отбойники. Низководный мост по улице Рабочей был закрыт для движения транспорта с 30 марта по 30 апреля на период паводка. Но в связи с тем, что уровень воды в реке Инсар опустился до безопасных отметок, на совещании оперативном в администрации городского округа Саранск было принято решение о досрочном снятии ограничения движения на мосту с 20 апреля. Ну, подрядная организация оперативно установила на объекте демонтированный на период паводка ограждения, отбойники и подготовила мост к движению транспорта. Уже с сегодняшнего дня мост станет доступен для автомобилей. Алексей Безруков, Константин Соколов. Наши новости.